Ну что же, дорогие товарищи, Дипрок Галактик, охотимся опять за яйцами. И какое-то предательство. Крошковое. Предательство обрушение написано у меня. Соберите инопланетные яйца 6 штук и соберите 20 шляпок була. Ветвистая лощина. Охренющий... Ёпарасоте, вот это разведчик. Я на разведчик горю в команде. Песочка, жесть. Я 4 кружки засадил. Ты любишь всех. Отлично, по-настоящему у меня настроение. Жесть, ёпарасоте, мне только на платформах стоять. Вот это меня носит. Да, целится. Что происходит? Как там, стреляй во все, что... Чего больше ног, чем две. У меня грибов по 2 штуки. Да, я тоже надеюсь на победу. Много нитро ты когда пьяный. Жилы двойные. Воу. Куда-то меня выкинуло далеко-далеко. Я тут лежу, тут прям рядом со мной 8 грибов. Я чего ты лежишь? 2 гриба. Надо похмелиться срочно чем-нибудь. Хард? Какой шард он хочет, чтобы я за зиплайнил? Блин. Come here. Guys, are you blind? Look over here.
Понимаете ли что? А, не понял. R&D needs the core stone for research. Core stone gives me a case of the Ghiblies. I got the deposit. No ammo left. А он меня начинает отпускать. I ordered a resupply. Armed and ready. Supply pod requisitioned. Launching now. Может и нет. Secondary objective completed. Fine job. I was when I started. Go! Resupply pod is here. Everybody collect ammunition. I made a platform. Да, я представляю таким пьяным еще это крюком пользоваться тарзанкой. Наоборот. Выпьешь много пива, ты становишься уверенным пользователем всяких транспортных средств. Когда, кроме тебя никто об этом не знает. Tick-tock, team. We're not getting any younger here. А мне со стороны не видно, да, что я это шатаюсь? Вроде нет. Рвить яйца инопланетян. Вон, говорите, да? Here we go. Swarm, it's a big one, team. Да, так и есть, да. Тут когда музыка начинается такая, это тоже, в принципе, рок. Эндстоун. Ну, прям настроение сразу.
It's one of them core stones. Getting supplies. Core stone. Блин, вроде сахарок съел, а все равно не отпускает. Supply drop has been ordered, is on the way. All out. Eat it. Resupply arrived. I wonder what R&D wants with these core stones. Так, а где же нам найти эти шляпки? О, не шляпки, а эти яйца инопланетян. Team Fortress 2 играл, но очень давно. Он, по-моему, бесплатный же, да? Да. А нет, захавали. Интересная ямочка. The core stone seems dormant now. Sending in the retrieval pod. I'm taking some of the ammo. All readings on the core stones have ceased. Seems like you did it. Retrieval pod is on the way. Well done, team. Word is these things will be instrumental in locating the best deep sites for our next endeavors. Much better. Ну что, я даже успел съесть мороженое. Вот ты там чем занимался, да? Да. Brace. Swarm detected. Fire, moron. Глиф сталкер. Тебе пишут, ешь мороженое, сейчас лето, жара. Сталкер. Сзади. Еще раз. Тебе пишут, что сейчас лето, кушай, ну, ешь мороженое, сейчас лето, жара. Да, тебе вино. Белое со льдом. Вот белое сухое. Рассказывай, что за... А, рассказывай, что за мороженое. Шоколадное? Этот... Не знаю, у вас есть Карлсон такой? Нет, у нас есть только Карлсберг. Пиво. Take care of what is left.
Ну это что, типа? Какой форм-фактор? Это брикет. А, понял. Типа с двумя вафельками сверху снизу? Не-не-не, это такое мороженое, которое... Блин, как тебе объяснить? Шоколадно-пломбирное или как-то так? Не-не-не, подожди, нет. Это белое мороженое с вареньем и шоколадной глазурью. Такое, знаешь, как... А, прикольно. Я тоже уже, кстати, мороженого объелся, но что-то пока сейчас решил перерыв сделать. Где тут было, наверное, может быть, полмесяца назад, когда жарища была сильная. Угу. А, мороженое открыл для себя прикольное. Стоит 250-260 рублей за 400 или 500 грамм. Ну, оно типа в стакане в таком большом, и там оно... с соленой карамелью, с арахисом или с грецкими орехами. Ну и по составу, главное, нормальный. Я прям по ведру в день жрал. Да вы ботинка эстет. Не говори. Rock and Stone. Потом подумал, что нет. Наверное, это слишком калорийно. Ну да. Это как-то все знакомо, да? Да-да-да. Да, походу, последняя сейчас будет. Я теперь музыку фильтрую на видео, а то тогда это, когда поначалу стримил, включал все подряд, а сейчас монетизация вернулась, и мне сразу полетели авторские права сплошные. Огонька. Не говори. Ну вот, даже ивент выполнили. Да. Ну что ж, дорогие и товарищи. Прокачали меня. Спасибо, что смотрели. Лайки, подписки, шари. Шари, да. Шари... Как там по-чешски было? Ладно, неважно. Нацистский гусь. Без алкоголя. Нацистский гусь, да. Бобер, подписка. Шкурка, все дела. Вот, и в общем-то...
Подписывайтесь на товарища Хиггса, на меня, и увидимся.